Наша очередь. Маневр кардинала отвлек внимание от центра обработки данных. У нас есть время забраться внутрь, пока охраны мало. Без ИИ Прометея у нового предела нет шансов. Нужно взломать систему нейросетей, чтобы проникнуть в его исходный код. Мне нужно прикрытие. База будет установлена здесь. Собирайте войска, пока я не скажу, что путь к очередному хранилищу данных свободен. После этого я буду двигаться от хранилища к хранилищу. Захватывать их до моего прибытия. Расчет времени – ключ к успеху. Надо спешить. Новый предел собирает установить технологическую диктатуру, против которой мы боремся всю жизнь. Нужно остановить их любой ценой. Даже ценой своей жизни. А благодаря кардиналу охраны осталось мало. Используем это, чтобы взломать хранилище данных. Муравья раздавит... А, нет, все. Анурок следит за передвижением врага. Наберем войска, пока у нас есть передышка. Огненный муравей, ты живешь. Хорош, хорош. Так. Сразу улучшаемся. Так, ловлю высокочастотные передачи от других патрулей. Лучше избегайте встреч с ними. Хорошо, мэм. Будем стараться. Так. Что у нас здесь есть? Огненные муравьи, бульдог, пихать, сука, адаптацию можно улучшить, чтобы применить маскировку, но эффект попадать при движении атаки. Так, тебя в строчку улучшаем. Хотя давай сначала закажем людей, которые будут добывать нам. Ну, саранча, потом ищут воздушные цели, взрываешься при столкновении. Надеюсь, поражение такая себе. Так, что будем делать? Давай леопарды строить. Can't start the build. И соколами прикрываться. Так, нет, надо рабочих заказать. Рабочих заказать надо. New vehicle deployed. Все, теперь можно заказывать всякие соколы, например. Соколы, кстати, да? Так. Нужно сохранить все хранилища данных, удержать, пока Нурок извлекает данные. Отсюда, да, извините, все понял. Опа, дали мне 2 минуты на все про все. Ну, буду знать. Ready for work. Сразу улучшаем базу до тир 3. Да, потратить юнита, конечно, на здание, ну, грустно, грустно и невкусно. Ready to roll. Where you got? Попадание долго на сторону отложения. Применять маскировку, пока не закончится энергия. Так, ну я думаю, уже пора. Потихонечку будем уже захватывать. У нас и авиация есть, и прикрытие, по крайней мере. Let's go, мы готовы. Тут нас, конечно, кончаемся потихоньку. Все чисто. Идите на захват ближайшего хранилища. Вот, все здесь чисто, Нурок. Ну, привлеки внимание, сюда идут. Туда, конечно, иду, да. Весело живем, больно. Ой, страдаю, больно чуть-чуть. Хотя, терпимо пока. Ой, нет. Мою саранчу уничтожили. Прикольный был транспорт. К сожалению, кончился. Кончился транспорт. Это будет. Так, идем сюда. Хранилище пусто, но рука идет дальше. Соберитесь и двигайтесь к следующему хранилищу. Вы что, угораете? Время? А, это время на отдых. Все.
Все, все, будет все хорошо. Все хорошо будет, уважаемые. Все нормально. База лечения. О, совет, кстати, дельный, на самом деле. Так, подлечитесь. Не думал, что скажу это, но это совет дельный. Пехоту, правда, жалко. Закончится рано или поздно, но... Что поделать? Давайте муравьев на защиту оставим. Far end. Потому что... Ну, грустно, когда они погибают. Черики пережили первое столкновение, заслужили отдых. Блин, откуда у них такое мундирование? Far end. Ну, неплохо, неплохо, реалистично. По сути, теперь идем защищен. Так, пока норме. Держите темп. Когда соберем данные, посетим на гору ралли и прикончим. И... Понял тебя, мы собрали все силы на броновых хранилищ. Найти войска и увеличить армию. Найти войска? В смысле, найти войска? Где я их тебе найду здесь? Здесь что, казарма, что ли? Найти войска. Что еще подскажешь? Слушай. Муравья... Муравьев как будто не хватает, да, правда, на самом деле. Муравьев как будто не хватает, так сказать, для баланса. Не вселенной, конечно, но все же. Как будто муравьи здесь довольно-таки не лишние будут, на самом деле. Ready for work. Все, побежали быстрее. Быстрее побежали, побыстрее побежали, пока... Блин, нет, пока постоим, к сожалению, потому что, мне кажется, здесь, да, патруль летает, патруль. Ready to roll. Че, еще заказом обиваться? Нет, мы уже полностью фуловые. Все, прошел, надеюсь. Да, прошел. Так кто у нас... Тайфун. Нас раскрыли, внимание, патруль нового предела, жесть. Чел испарился, просто жесть. Десантировался и испарился. Десант и испарился. Ну, потихонечку начинаем. Видим хранилище Браво, нужно захватить его. Чтобы на рок вытянул данные. Let's go. Ready for use. Так, я не понял, в каком моменте испарился преследователь. А, вот, вот, назад. Да, очень, очень страшный патруль. Что это такое? Ну, летает и летает. Кусает. Так, ну... В смысле, ты не захватываешься, захватывайся, все. Можно начинать, я выдвигаюсь. Снова противник. Здесь еще один слой шифрования, мне нужно время. Будет тебе время, не переживай. Они даже пощекотить нас не могут. Вот что они... Каратели, это каратель! 2-0, каратель местный. Вот что каратели животворящие делают, да? Вот. Можем вперед ногами выносить базу. Как будто бы даже можно здесь патрульных вынести вперед ногами, если честно. Чисто так, по-щечески. Давайте сокола закажем. Кондор, ну такое себе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прям по нам, как прям по сердцу. Давайте. И это весь патруль? Нужно успеть остановить Сайфер. Что, угорает, что ли? Осталось одно времени мало. Если хранилище Чарли не захватить... Вы понимаете? Вот это патруль. Типа опасный патруль, да? Он испарился. Так. Так, здесь дроп.
А, вот в чем соль. Он патрулирует. Он сам-то как патрульный этот. Вообще пофигу. Проблема в том, что он там вызывает войска, вот эти лодки, пилотки. Поняли? Вот, и я тоже только сейчас понял. Сами-то патрульные мне ничего не сделают. Что они мне сделают? Ложки. На грани, на грани. Что значит на грани надпись большая? На грани, на грани. Что на грани? Может, на грани? Protect our units. Ой-ой-ой-ой-ой. Оббегайте лазер, да-да-да, все хорошо. Так, народ, мне кажется, нужно ядро, и чтобы мы порегенерировали чуть-чуть. Полезно для здоровья. Да, сейчас еще дотекание подъедет. Ушел и... Ready for war. Все, почти подлечились. Кстати, удобно, удобно, да. Войска не живучи, но благодаря такому регену можно пожить подольше, на самом деле. И даже с комфортом. Сейчас мы быстро опустим здесь местную авиацию. Техника просто испаряется. Машинки с пулеметами решают вопрос с местной популяцией врагов. Кстати, удивительно, что мы живем на самом деле. И живем не так уж плохо, как я думал. Типа, грузовики же менее прочные, чем танки, военная техника, которая есть в других фракциях, но... Здесь вспышка на солнце, и как же больно она режет. Тут же сразу забрала мне какого-то юнита. Жалко, конечно. Но такова жизнь. Такова жизнь. Даже двух юнитов. Такова жизнь. Пока не надо, пока нельзя. Да, юниты кончаются. Чарли Норок уже в пути. Get it up. Ghost Core activated. Давайте по-быстренькому разрешаем здесь вопрос. Давай, 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 Норок, быстрей, все. Сейчас мы под регеном всех вытащим. Прикрой. Враг идет к Чарли. Не вижу врага. Быстрее, 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 нас пока не приземлились никто. Блин, не успели, ну ладно. Этих исходников больше, чем я думала. Невероятно масса библиотек здесь. Карты, человеческой психологии, генетики, бихевиористской экономики. Это полная карта человеческого равного. Жесть. Телепортируйтесь. Вы телепортируетесь или нет? Телепортируйтесь. Капец, они переносятся. Враг в поле зрения. Почти здесь. Нет, нет, нет. Уже сбивать не вариант. Нужно готовиться к последствиям. Ну, кстати, мы хорошо вычищаем на самом деле. Грузовики танкуют, вертолеты все сносят. Он иногда вертолеты танкуют. Все, закончили. Есть, загружено, Норок уходит. Загружай данные, готовьтесь принимать. Прекрасно. Отводим войска, следующий бой на горе Райли. Пора закончить эту войну. Кардинал, мы идем к вашей позиции на горе Райли. Последний рывок. Кстати, прошу заметить. Let's finish this, он сказал. То есть давай закончим это. Там никаком рывке и речи не идет. Опять user name cipher, паспорт, который на... Опа! Сводки, подъехали. Знай врага в лицо. Ну, Рок, Феникс, вирус готов. Пора взломать ИИ, Феникс. Молодчина, теперь летим на гору. Это последний шанс. It's time to mess with the AI. Good work. Now we go back to Mount Riley. We'll finish this. Angel. Кардинал, Феникс, я Angel. Иду с войском на гору Райли. Angel, the Cardinal and Phoenix. I got my troops and en route to Mount Riley. Вот так вот.
Если вам понравилось, обязательно поставьте лайки. Не понравилось, поставьте дизлайки. Если у вас какие-то есть мысли, обязательно их напишите. Я буду ждать ваших сообщений. Не забывайте про Discord канал. Кстати, у нас там целых 3 на разные тематики. И это все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Пока-пока.